посмотрите, как они нагло врут. Ну вот, такой получился инопланетянин. Делаем этот жест магический, довольно плавный. Модель HK9 Pro Plus – это революционная модель в линейке реплик Apple Watch Series 9 2023 года. И зачем мне рассказывать вам о том, что здесь крутой двухъядерный процессор SF32LB551 со встроенной памятью 2 ГБ, AMOLED-экран, задняя керамическая поверхность с множеством датчиков контроля здоровья, удобные фиксаторы ремешков, чат GPT, а также другие яичные технологии, множество настроек интерфейса, watchface, компас, диктофон, встроенный плеер, встроенный маркет-приложение и много чего не было раньше до сегодняшнего дня в репликах часов, и поэтому мы решили записать видеообзор о них. Кстати, не забудьте подписаться и поставить лайк, чтобы не пропустить новые видео. На канале SmartWatch Казань, Airnex Shop. Поехали. Итак, что добавилось? В отличие от предыдущих моделек, здесь есть чат GPT, маркет приложений, watchface, который тоже можно установить, и благодаря искусственному интеллекту они что-то выдумывают за вас. А также есть диктофон. Кроме того, есть встроенный плеер, в котором можно скачать музыку и использовать часы автономно как плеер. Правда, нельзя к ним подключить напрямую наушники без использования смартфона. Давайте пробежимся по менюшкам. Так, циферблат имеет также Always On Display. Шторка сверху вниз у нас уведомления. Снизу вверх виджеты, которые мы использовали, и все приложения. Так, зажглась функция Always On Display, которую можно также настроить по времени. Сверху шторка вниз, здесь у нас уведомления. Снизу вверх все приложения, которые мы до этого открывали. Возврат в главное меню этой короночкой. Снизу у нас кнопочка с быстрыми настройками, которые также можно редактировать и установить, что вам необходимо. И даже менять местами. Слева направо 4 последних виджета, которые использовали, то есть приложения. Вот также информация о погоде и время. В полупрозрачном таком стиле шторочка. Справа налево можно также установить виджеты, поменять их. Погода, мониторинг сна, плеер. Так. Добавить, изменить, удалить и так далее. Все, что вам необходимо. Регулировка громкости, можно колесиком. Так, заходим в Smart Style. Довольно плавный, быстрый, благодаря мощному новому процессору. Так, двойным кликом мы можем поменять стиль меню. Вот таким списком, либо таким, по кругу. И вот таким новым. Так, ну давайте пробежимся по основному интерфейсу меню. Что у нас есть? Вот маркет приложение, магазин, в который можно загрузить и игры. Изысканный циферблат. Это вот с помощью чата GPT установлена вот эта вот именно заставка. Так, локальная музыка, заходим в плеер. Вот установленные песенки, которые также можно отредактировать и удалить. Вот таким образом они играют. И во время проигрывания плеера у нас возникает динамик Islands. Так. Можно удалить.
И есть вторая шторка, здесь уже музыка с мобильного телефона. То, что у нас есть в телефоне, будет проигрываться через часы. Далее, это у нас диктофон, чат GPT 2.0, умные вопросы, умное творчество. Кстати, можно заменить вот эту фоновую заставку. Так, умная памятка, это у нас через приложение. Также можно сделать заметки по календарю, например, что-то у вас, какое-то плановое событие, чтобы была заметка. Измерение пульса, давление, сатурации, спортивные режимы, вот они такие с анимацией. Множество различных. Больше даже спорта. Что тут у нас? А, ну вот, добавляется бег, ходьба, велосипед, плавание. То есть, якобы в них можно плавать. Но это я уж не знаю. Время покажет. Может быть, и поплаваем. Так, мониторинг сна, давление, круги активности, калории, шаги, расстояние. Почти как у оригинальных Apple Watch. Далее телефон. Недавние звонки, вот, к сожалению, контакты. То есть циферки изобразились, а имена не пишутся. Ну, клавиатура для набора. Примерно это вот. А, необходимо, да, подключить второе соединение. Пока отключили. Так, после выхода вот надо опять листать все-таки, чтобы что-то найти. Ну, погода я вам уже показывал. Она недостоверная, к сожалению. У нас тепло в Казани. Так, будильники можно поставить часов прямо и запрограммировать на повтор и так далее. Тренировка дыхания. Мед. Так, дистанционное управление камеры смартфона, поиск телефона, сообщение, календарь, настройки. Среди настроек много всяких настроек, в том числе персональные данные. Ну, это вес, рост. Так, да. Ну, можно мониторить изменения. Насколько вы похудели, например. Уведомления. То есть красная точка о новых сообщениях непрочитанных. Различные напоминалки. Информация об устройстве, прошивка, версия и так далее. HK9 Pro Plus. Настройки языка. Подключение часов, сброс заводским, перезапуск и выключение. Так, здесь мы уже все прошли. Режим не беспокоить. Регулировка яркости. Активация экрана при поднятии руки. Always on display. Постоянная подсветка, если вам нужна. Регулировка до 20 минут. Ну, конечно, это снижает заряд батареи. Так, кстати, здесь можно регулировать шрифт. Кому как удобнее. Ну, что-то среднее. Вот мне так, например, нравится. Время выключения экрана до 30 секунд. Пробуждение экрана всегда, либо через какое-то время тоже можно пробудить экран. После того, как экран погаснет. Так, жесты управления. Кстати, да, надо протестировать эту функцию. Иногда она работает. Аккумулятор здесь показывает статистику расхода заряда. Ну вот неудобно, конечно, заходить и обратно
искать то меню, где мы были. Мгновение, то есть звук мелодии, громкость, мелодия входящего вызова и... Так, вибрация при касании. Система напоминалок. Далее, так. Измерение пульса. Хоть и ежечасный контроль поставить. Прикроватные часики. Так, секундочку. То есть при зарядке они будут гореть, отображать время. Тема меню, вид меню. Это мы все видели. Обои меню. Так, живой остров. Это тот самый Dynamic Islands. После включения в верхней части страницы циферблат будет происходить занимательное взаимодействие при появлении подсказки о соответствующей функции устройства. Кто-то понял? Поставьте лайк. Так, настройки, дополнительный разделенный экран, дополнительный экран. Что это? Как это? Пока не знаю. Напоминание о здоровье, то есть попить, поесть и так далее. Необходимости движения. Режим энергосбережения. Если у вас мало осталось зарядки, они будут работать просто как часы. Как обычные часы, не смарт-часы уже. И руководство. Это у нас приложение, то есть вы там можете ознакомиться со всеми возможностями этих часиков. Итак, пробежимся по интерфейсу приложения VRFit Pro. Здесь у нас циферблаты. Конечно, есть и платные, и бесплатные. Есть рынок приложений. Так, в первую очередь нам необходимо зайти в уведомления и поставить значок, чтобы были подключены. Активировать переключатель. Можно скрыть уведомления. Ну, конечно, это не надо. Так, дисплей с красной точкой. То есть непрочитанные новые уведомления будут отображаться с красной точкой вверху. И если хотите, можно сделать Dynamic Islands. Так, вот такие приложения поддерживаются. Тут у нас SMS, Telegram, WhatsApp. ВКонтакте не указано, но есть раздел «Другое». Вот. Еще один немаловажный момент. При подключении часов на смартфон, то есть на Android, необходимо зайти в настройки. Так, найти приложение, раздел приложений, и найти наше приложение. Не пугайтесь, оно прошито с названием «Изнашивание Pro». То есть не VRFit Pro, как хотелось бы. И вот заходим в него уже внутри и проверяем, чтобы у нас все было разрешено. Вот. Количество уведомлений в неделю и разрешение, чтобы были все по списку подключены. Календарь, камера, контакты, обмен местоположением, микрофон, список вызовов, телефон, физактивность, хранилище, смс. То есть ничего не должно быть запрещено. Вот, понимаете, да? Чтобы все уведомления работали и полностью было адаптивно. Так, в разделе уведомления тут есть такое положение, 2 уведомления в неделю. Ну, в принципе, нам надо больше, почему 2? Так, и вот это Channel Name Test тоже активирован, DFU активировано. Это оповещение. Ну, вроде бы все по приложению. Так, есть тут раздел новый, местная музыка. То есть, в часах есть свой плеер и установленная музыка завода. А также можно добавить свою музыку. Давайте попробуем добавить музыку в наши часы. Добавить местную музыку на свой телефон.
Так, заходим в файловый обменник, находим Genos Audio, например, в MP3 формате. Так, выбрать галочка. Идет загрузка, это занимает какое-то время. Так, появился значок в часах. И пошло. Ну, наконец-то. Прошло около 4 минут на загрузку одного трека. Так, давайте проверим в плеере. Должно отображаться. Так, наша музыка. Вот она. Последняя. Happy, don't worry, be happy. Так, громкость максимум. Слышно, да? Так. Музыку можно слушать с телефона, а также свою, то есть, которую мы установили, либо предустановленные треки. Вот они здесь отображаются и на китайском языке, и на английском. Ну, самая веселая китайская музыка. Ну ладно. Так, что еще у нас есть? Информация о погоде, чтобы была, отображалась в часах. Ну, конечно, для этого нужна точная геолокация. Так, найдем значок погоды. И у нас показывает сегодня минус 6 градусов. Но это неправда. Гораздо теплее. Так, и на неделю вперед еще тут идет. Так, проверим геолокацию. Может, что-то изменится. По-моему, ничего не изменилось. Погода в Казани. Вот так тихо, но слышно. 9 градусов. А у нас... В часах показывает минус 6. Ну, представляете, какая разница? Вот так. То есть, такой фактик обнаружился. Я думаю, их будет впереди еще много. Подводных камней. Ну, что есть, то есть. Чтобы было все по чесноку. Так, есть тут у нас раздел «Изысканный циферблат с искусственным интеллектом». Что это означает? Вы можете, конечно, установить, задать через часы циферблат, но это работает, по-моему, не очень. Инопланетянин. Так, идет генерация. Она занимает какое-то время. Также можно аватарки вот готовые скачать, установить. Есть небольшое количество, я думаю, будет обновляться, конечно, добавляться. Так. Ждем циферблат, что ли? Так, 100%, что-то пришло. Давайте посмотрим. Ну вот, такой получился инопланетянин. Как вам? Вот он здесь. Сохранять только 3 последних набора. Можно установить как циферблат. Вот, пожалуйста. Просто магия. Симпатичный инопланетянин. Так, сделаем тест на звонок. Второе подключение у нас тоже подключено. HK. Так, делаем звонок входящий. И посмотрим, определяет ли имя контакта при входящем звонке.
Моделька, напоминаю, HK9 Pro Plus. Так, слово «тест» у нас здесь видно, а здесь мы видим только номер телефона. Можно ответить, но имя, к сожалению, не видно. Раз, два, три, четыре, пять. Как меня слышно? Прием. Слышно нормально. Вот таким образом. Так, и сделаем тот же звонок. Отключим. Вызываемый вами номер не существует или ух набран неправильно. Слышал тратман номера на вальде. Так. Отключаем. Делаем тот же звонок и посмотрим, получится ли определить имя абонента при входящем звонке. Так, идет звонок, и в этом случае тест, и здесь тест. Мы видим, определяется имя абонента, но в этом случае нельзя ни отклонить, ни ответить на звонок. Только видим, что идет звонок, и можем уже взять телефон и ответить. Так, здесь у нас ничего. Кроме того, в настройках можно найти вот такое жестовое управление. То есть возможно при ответе на звонок и включении будильника именно жестом. А мы проверим это. Итак, тест на звонок, именно ответ жестом. Это новая фишка в модели HK9 Pro Plus. Давайте проверим, как это работает. Необходимо стряхнуть посильнее. Так, и мы видим, что часы уже ответили сами по себе. Очень удобно, когда у вас руки заняты, либо вы за рулем, либо работаете. В общем, эта функция работает. Тест пройден. Также можно регулировать громкость. Либо колесиком. Так, теперь давайте протестим компас, который есть в часах. Вот, предварительно надо его восьмеркой покрутить, как бы настроить, адаптировать. И вот что он показывает. И теперь сравним с компасом, который есть в смартфоне. Ну, конечно, желательно идеально горизонтальную поверхность. Но, тем не менее, мы находимся в Казани. Так, насколько я помню, северо-запад у нас вот где-то в этом положении, то есть в направлении к Москве. Так, я не знаю, чему тут верить. Ну, явно расхождение, видите, в цифрах. И если даже так найти. У нас, кстати, насчет свайпа тут отдельно есть отдельный вопрос. Так, вот такие показатели. Если будем вращать, изменять, что у нас тут показывает? Видите сами, что означает. Эх, нужен реальный обычный механический компас. Это было бы точнее. Ну ладно, кажется, можно поставить минус на этом компасе. Он не актуален для путешественников. Значит, здесь у вас не прочитанные сообщения. Заходим, здесь у нас Telegram. Различные сообщения. Их можно также удалить. Здесь у нас есть новые сообщения. Проведем тест микрофона в диктофоне. Так, запись. HK9 Pro Plus, тест микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. HK9 Pro Plus, тест микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Довольно отчетливо слышно. Так, что еще новенького у нас? Сигнал тревоги, пожалуйста. Экстренный вызов, может быть, кто-то услышит. Также есть игры, есть маркет приложений для игр. Можно скачать, установить.
любую игру, которая есть, доступна в приложении. Ну и поиграть, конечно. Так, здесь вот у нас приложение, которое можно загрузить. Игры, самолеты. Так, ну давайте попробуем замерить пульс. Так, тонометр остановился на 92. Часы пока измеряют. Все, свибрировали. 76. Не совпало. Ну, давайте попробуем измерить давление. И посмотрим, что они покажут. Так, часы свибрировали на отметке 75 на 128. Итак, вот такие показания. 105 на 156. То есть, как и предполагалось, не стоит верить смарт-часам с измерением давления. Ну и пульс у нас тоже имел расхождение. Так, ну что ж, рискнем, сделаем тест с погружением. Always on display горит. Так. Цифра тоже зажигается. Смарт-стиль. Видим. Ну, думаю, долго не будем продолжать мучить их. Для кратковременного погружения, я думаю, они годятся. Но не для плавания и не для помывки в душе. После этого, конечно, необходимо их высушить. Так, где у нас здесь кнопочка сушения? Вот она. Выжимается вода со стороны динамика. И идет вибрация. Ну, в принципе, все так же плавно и работает. Тест пройден. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Модель KHK 9 Pro Plus. Действительно революционная модель. Все идеально выполнено. Все безупречно. Металлический корпус. Хорошая матрица дисплея. Есть динамики, микрофоны. Различные датчики для контроля здоровья. Также фиксаторы ремешков, фиксация watchface, получают сообщение, есть красная точка, динамик Islands, диктофон, компас, все это добавлено. Но есть небольшие минусы, которые можно было бы все-таки исправить. Был бы я в Китае, подсказал бы дизайнерам и разработчикам. Компас некорректный, измерение пульса давления некорректное. Во время плеера, так, секунду, всплывает уведомление. При подключении наушников во время плеера вы не сможете с часов, к сожалению, управлять плеером. В отличие от модельки от MicroVR 9 серии, это у нас W59. Здесь не очень шустрый дисплей. Сенсор слегка подлагивает, в отличие от этой модельки. Но есть свои плюсы. Например, зайти в приложение. Путем вращения ролика у этой модели возможно. То есть то, что находится по центру, вы заходите вовнутрь меню. А здесь этого нет. Так, наушники можно подключить и управлять с помощью этой модельки. Дальше. Определение контакта при входящем звонке. Имя здесь не высвечивается. Здесь
высвечивается. Так, блокировка watchface тоже есть. Ну, установка игр, конечно, чат GPT. Все это, конечно, такое баловство. Кому-то, конечно, как антистресс. Дополнительные игры. Все это можно установить. И так далее. Режим тревоги, режим осушения. Кому-то может быть и полезно. Ну, в целом, конечно, часики самые быстрые, самые умные, скажем, на сегодняшний день. Рекомендую. Можно использовать, можно аккуратно в них окунаться в воду. Благо, защита здесь есть. Но все-таки не плавать и не ходить в душ. Всем, кто досмотрели видео, спасибо. До новых встреч. Отдельный привет подписчикам, которые уже есть на канале.